И всем привет, друзья, с вами снова я, Энни, и сегодня мы играем в игру под названием Пикунику, или же Красный Челик. Итак, давайте начнем. Новая игра. Поехали. Основная цель. Проснись. Эй! О, порядок с пробуждением. Можешь пошевелиться? А, могу. Круто. Найс. Прости, что-то разбудил. Пора бы уже выспаться за столько времени, наверное. Сходи-ка воздухом подыши. Так, что выбрать? А ты кто вообще? А ты кто вообще? Я призрак. Гениально. Одному идти слишком опасно. Я даю тебе вот это. Всяческую моральную поддержку. Спасибо, бро. Просто спасибо. Я призрак, как бы не гроша за душой. Логично. Так, пойдем дальше. Что тут? Это камень. Давайте. А тут можно плавать даже. Ничего себе. Я как крипер будто. Без рук. Так. Какой хрупкий, однако, булыжник. Пни его. Зачем он такой? А как пнуть? Как тебя пнуть? Как тебя пнуть? А как? Как вообще? А, все понял. А ну получай, получай, давай. Опа. Чисто на тебе. И вот так ходим. Меня одного напрягает эта музыка. Грибочки. Ничего себе. Ой, сальтуху делаем. Да хватит этой музыки. Так-то лучше. Без музыки вообще прекрасно. Куда идем? Я так полагаю, что сюда нам надо. Потому что там путь завален. И у меня идея есть, как туда наверх пробраться. Возможно, это надо просто перетащить вот этот булыжник. И... А, да-да-да. Его надо бросить, как бы. Вот так. Ладно, надеюсь, что сюжет от этого не поломается. Поэтому давай, сдвигайся. А, ну да. Как я и говорил. Это можно спокойненько пропустить. Смотрите, как я могу. Оп. И спрятаться. Ладно, прыгаем. Паркурим. Ну все, пора идти. Удачи там. Тепло одевайся. Открытку пришли как-нибудь? Ну хорошо, давай. Выходим на улицу. О, найти выход. Надеюсь, что он не сломался. Внимание, не открывать. Внутри чудовище. Так, мы это видели уже. Хм, что именно не открывать? Вот надо на гору залезть. Хм, что это? А ну-ка. Сам не знаю, что это. Но, видно, мы сюда скоро придем. Поэтому спрыгиваем оттуда и бежим вниз. Я бы даже сказал, катимся. Вниз. О, нифига. Птички бегают. Доброе утро.
Эй, как дела? Давайте спросим. Да норм, зависаю вот. Пугало не пугает? Да я тебя умоляю. Это я его пугаю. И я так понял, так все говорят. Бам, прыгаем. Видим тут нифига. И бежим по мостику. Это было ожидаемо. Давайте, на. Это еще что за лунтики? Будто бы зашуршало что-то. Где? В поле-то? Да расслабься, птица это. Ну, не знаю, звук был такой, как? Как чудовище, которое идет тебя жрать. Фу, не шути так лучше, а то вдруг. Кто ни разу его не видел, потому что его не бывает. Все двинули обратно. И ушли. На. Пеньками. Чудовище! Чудовище здесь! Ага! Сделай что-нибудь, а... Чудовище проснулось. Какое-то оно не шибко чудовище. Вблизи оно поменьше. Оно там на мост поломало. Чудовище, зачем ты здесь? Чтобы вас укусить или я не особо в курсе. Давайте выберем, я не особо в курсе. Или... Ладно. Ну ок. Бред какой-то. Я ничего не понимаю. Ты что-то не выглядишь грозно. Слушай, разве чудовище не должно быть огромным и могучим? Я? В смысле? Странно. Давайте его отпустим. Давайте, что оно нам сделает? Оно даже не чудовище. Так, ладно, мы тебя отпустим. Но мост сломался по твоей вине. Давай мы тебя выпустим, а ты все починишь. Не хочу, не буду, давайте. Я постараюсь. Ладно, здорово. Скажи, как мост починишь? Не знаю. Так, починить мост. Значит, ты у нас чудовище. Как-то не так в тебя в легенде описывают. Какой такой легенде? Легенда о чудовище. Суть в том, что в горе живет монстр. А, понятно. И в эту сагу передают от отца к сыну, а начало ее уходит глубоко в прошлое. А, ну мы это уже читали. Давайте пойдем дальше. Нам, я так понимаю... Спрыгнул. Я так понимаю, нам в ту сторону. Эй, тут такое дело, туда нельзя. Почему? Там птички сидят, не хочу тревожить лишний раз. Давай, иди туда, иди туда. Хочу и пинаюсь. Давай, иди туда, иди. Нет. Не хватит, иди туда. Туда иди. Серьезно? Подожди. Убирайся, чудище. Итак, вот я встретил паука. О, привет. Тебе что-то надо? Мост починить, например. Ага. И это из-за тебя он сломан, да. Но так какой черт его надо было ломать? Кто накосячил, тот исправляет, и все. Больше так не делай. Короче, я сейчас на паузу поставил, поразмышлял просто по у кого. Так просто взял, пнул. И все. Больше так не делай. Говорит, все, иди. Иди. Чё, я... А, он...
Я его не могу толкнуть. Чудовище починило мост. Шок-инфа. Мост и правда починен. Извини, некрасиво получилось. Мы думали, что ты кровожадное чудище, но ты вроде ок. Спасибо. Можешь тут с нами пожить, если хочешь. У нас вон художника проблемы какие-то. Может, поможешь ему с чем-то? И каким образом? Основная цель. Поговори с художником. О, привет. Где я? Ты на старой мельнице. Мы тут хлеб пекли, муку молотили, вот и все. Работы из Санчьян как-то так начали собирать весь урожай, и толку мельница стала меньше. Говорят, там деньги просто так раздают, но меня больше волнует накачанность ножек. Еще есть вопросы? Пока. Удачи тебе. Спасибо. Выходим. О. Ой. Проходит чемпионат по баскетболу. Ок. Ты мне бросить вызов хочешь? Да, допустим. Отлично. Пошумим. Отлично, пошумим. Ничего себе. Ок. Тебе надо запнуть работу в корзину справа. Моя корзина будет слева. Кто первый заберет 3 очка, тот и победит. Все понятно? Да. Отлично, начали. На тебе. Тебя пну. Нечестно, а меня за что? Пинать, на тебе, пинок. Нет. Фух, получилось. О, получилось, получилось. Давай, уходи. Он сам пинается. Не пинайся. О. Мне кажется, по сюжету он подается, как бы. Уйди, уйди. Да. Один гол есть, но мне кажется, он сейчас забьет мне. Так в сюжете продумано, мне кажется, просто. Ё-моё, да ты у нас тут профи. Я так вижу. Вот тебе. Да, Х2. Ой-ой. Это плохо. Я, насколько знаю, его надо пнуть куда подальше. Давай, давай, нет. Давай, давай, пинок, 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 пинок. Нет, я не должен проиграть. Нет, фух. Давай. Давай, давай, давай. Получилось. Интересно. Что он там написал? Уф, ты прямо как профи. Спасибо за игру. Это тебе. 5 монеточек. Спасибо за починку моста. Если бы не ты, он сломался. Даже не знаю, благодарить. Давай так, благодарю тебя, но очень умеренно. Да? Говорят, у нас тут новый спорт объявился. Баскетбол. Дурацкое название. Ты вроде не злюка, как в легенде. Я злюка, я не злюка. Иногда настоящие злодеи не выглядят, как злодеи. Хм. Интересно. Я разорен. В смысле? Разные чудовищные товарные плакаты продавал. Кружки, игрушки, там плакатики. Народ пугался, но все равно брал. Так что бизнес цвел. Я даже сингл записал. Чудо-юдо. Кому оно теперь все равно? Новый предмет. Яблоко. Зачем оно мне? Дайте угадать. Это фермер. Говорят, мистер Сайнчан сегодня к народу выйдет. Такое раз в пятилетку бывает. Ух, как здорово. Спасибо.
А тут можно зайти? Да, кстати, можно. Интересно. У меня что-то тут есть? А, это еще другой дом. А ну. Обожаю цветы. Вот вырастешь парочку. Пытаюсь, но почему-то никак все. В чем же я забываю? О любви? Давайте так спросим. Как ты смеешь говорить, что я их не люблю? А ну-ка, давайте попробуем. А водички? Ага, конечно. Не нужна им никакая вода. Это я садовник. Им нужна только любовь. Гениальные сценаристы, просто гении. У нас, значит, ты и есть чудовище. В курсе про игрушки из магазина? Вообще ничего общего с ними. К счастью для тебя. Ага. Пойдем к художнику. Надеюсь. А! Что-то случилось? Муза ушла от меня. Все утратило смысл. Я бездарность. Меня попросили нарисовать пугало лицо, но в восторге оказались только птиц. И это плохо. Они должны пугаться. Это же пугал, суть пугалка в отпугивании. Я смертельно устал. И карандашик потерялся. В подвале лежит, наверное. Сходи, взгляни, если не трудно. Основная цель — найти нарисованную шляпу или что там. А, да. Залазим. И забираем карандаш. Рисовальная шляпа. Основная цель — поговори с художником. И я так понимаю, вот это нам понадобится еще как, чтобы залезть. Давай. Хотя я могу вот так просто прыгнуть. И пойти к художнику. О, мой карандаш. Оставь его себе. Я его не достоин. Для меня все кончено. А, ты знаешь, как он надевается? Кто, карандаш? Ну да, надень его. Ты первый раз шляпу видишь, что ли? Ну, блин, ты как будто из пещеры. Ладно, давай я объясню. Нажми H, чтобы... И продолжай жать, пока не выберешь желанную шляпу, а потом опусти кнопку и бам. Шляпа надела. Смотри, у меня есть хвост. А, холст. Смотри, у меня есть холст. Пустой, как моя жизнь. Попробуй ты нарисовать пугало лицо. Даже у дилетанта получится лучше. Угу. Так, пока что выберем вот эту штуку, я так понимаю. Вот, оп. Enter. А, во. Все, отлично. Рисуем. Так, давайте как-то нарисуем. А, это вот так. Давайте нарисуем. Все, лицо готово. Офигеть, какое оно страшное. Воу! У тебя как так получилось? Это ж... У тебя как так получилось? Это шедевр. Каков талант? Осталось только надеть его на пугало. На, держи. Лицо для пугала. Сходи к пугалу и надень на него новое лицо. Спасибо. Иди туда. Так, пошли. Пугало, 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 пугало. Я, пожалуй, этот карандашик и оставлю. Хотя, давайте я его все-таки уберу. А! Всем войскам отходим! А, восхитительно, изумительно! Птицы улетели, пугательное лицо их напухало. Пугательное лицо. Вы это видели? Вот это для них пугательное лицо. Шикарное просто. Так, стой. Это вроде роботы. А, да-да. Берегись! Ты как, в порядке? Это что еще такое было? Тьфу! Надо было тебе рассказать про робота. В общем, у нас кукуруза на деревне. Много кукурузы растет. Мы договорились с Sunshine, что каждую неделю
от них прилетает робот собирать товар, а взамен раскидывает денежку по всей деревне. Бесплатные деньги для каждого! Прости, немного забыл, надо было раньше рассказать. Ну, хоть птицы улетели. Отличная работа, спасибо большое. Так, что там? Отправляйся в путешествие. Бедное пугало. А теперь, значит, оно меня больше не всасывает, да? Да. Гениальная, конечно, логика, но сценаристом похлопаю просто. Мое уважение. Офигенный сюжет. Там мистер Шайншан! Драгоценнейшие друзья. В течение некоторого времени я ежедневно снабжал вас деньгами. Чему вы рады, как я понимаю? Весьма, сегодня нас ждет нечто неожиданное. Сюрприз, мы любим такое. Как вам может быть известно, что квартира Sunshine располагается в жерле вулкана. Там очень здорово, хотел бы вам его показать. Ну да, жалко, что не получится. Но одному я из вас все-таки устрою бесплатную экскурсию. О да, халява. Не только одному, потому что в роболете только одно... Не только, но только одному, потому что в роболете только одно место. Кому же сегодня повезет? Меня, выбери меня. Ага, у нас имя есть победителя. Бесплатная экскурсия в штаб-квартире. Sunshine достается... Элли. Элли, ну я так понимаю, я вообще-то Энни. Это я. Я буду вулкан, я думал я. Поздравляю. Не двигайся, сейчас я тебя подберу. Лучше б я. Здорово. На сегодня все, ждите меня на следующей неделе. А пока... Швыряйтесь бесплатными деньгами на здоровье. И не забывайте, вы просто прелесть. Чао, неудачники. Да. Какой же мистер Сайшан замечательный. Так завидую, что меня не выбрали. Мы в другой раз. Пойдем за ними? Да, пожалуй, пойдем. Монетки, 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 монетки. Вот там кукуруза. Возможно, они ее едят. В любом случае, ее нам теперь есть не положено. Кстати, подарок. Надо будет посмотреть, что это такое. Найден трофей, баскетбольный чемпион. Тебе деньжат перепало? Оставь себе, конечно, у нас уже сундуки ломятся. Понятно. Да? Все. Ну, я думаю, на этом мы будем заканчивать видео. Мы продолжились. Это игра. Как я ее снимаю, монтаж и все остальное. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока-пока-пока. Хей. I need some sleep. You can't go like this. I drank and the sheep. But it's more I always miss. Everyone says I can't.